Я нахожусь на съемках фильма «Выживший 2». Кто-то из покупателей явно живым до дома не добрался, судя по тележкам продуктовым. Смотрите, это Москва, зима. Воскресенье, внеплановый влог. Надо снять, потому что я впервые вижу такую сильную метель, снежную. Сибиряк наконец-то дождался настоящей зимы. То есть все заметено, шикарно. В чем прикол? Люди в этот выходной просто все сходят с ума. И пешеходы, и те, кто пользуется общественным транспортом, и в частности автолюбители. Потому что ж им, во-первых, сложно откуда-то выехать, куда-то заехать и где-то проехать. В общем, нереально. Снег — это настоящая проблема здесь. Не только Москва, но и вся Россия, конечно, не готова к снежному сезону. Потому что как только начинают выпадать крупные осадки, сразу куча аварий, пробок и прочей ерунды случается. Это просто лайф. Не ждите никакого информативного ролика. Просто лайф. Просто снег. Кайф. Я нахожусь на съемках фильма «Выживший 2». Леонардо Ди Каприо не смог приехать на съемки. Я вместо него буду окочуриваться. Поэтому, как-никак, ставьте лайки, подписывайтесь, раз уж мне Оскара не получить. Мама, нет. Не знаю, смогу ли я добраться живым до спортивного зала или нет. История покажет. Поживем, увидим, но метель просто адская или райская, в зависимости от того, кто что больше любит. Надо, чтобы зима была зимой. И поэтому вот он. Это уже второй видос про снег, доказывающий то, что сибиряк не зря находится в Москве. Он с собой привез эту зиму. Надо подкачаться, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Шаг за шагом. У меня полные ботинки снега. А как я пойду обратно? Даже думать не хочу. Как мы здесь сейчас попробуем пройти, остаться в живых. Газы. Такой снег — это остатки слякоти. Пишите в комментариях, дорогие москвичи и сибиряки, как вам зима, у кого какая. Давайте общаться хотя бы в комментах, раз у меня не получается снимать достаточное количество коллабораций, каких я хотел бы на самом деле. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Не надо быть такими замкнутыми. Интернет для того и создан, и соцсети, чтобы мы с вами все дружно общались. И вы не стеснялись. Интересно, у меня такое же красное лицо, как и у всех людей.
Видите мое выражение лица? Мне грустно. Не, мне на самом деле весело. Просто мокро и дискомфортно. Но лучше промокать от такого снега, чем от луж. Холодрыжничество. О, боже. Кому-то поплохело. Скоро. Спасибо, что смотрели данное видео. Одевайтесь теплее. Берегите друг друга, любите зиму, играйте в снежки. Не забывайте про перчатки. Пока, до новых встреч. Пацаны с моего двора, сейчас у каждого своя игра. Пацаны с моего двора, за пазухой кроется правда. Пацаны с моего двора, в село всегда идет за брата. За пацанов с моего двора, эти дома напомнят нам все года, где бы не были. Пацаны с моего двора.